Я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 1945 года, воплощенная на Земле. 1, 2, 3. Нашла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду. 1, 2, 3. Она. И я даю команду, если в ее биороботе находятся еще чужеродные подключки, чипы, датчики, импланты, конвекторы, копии, голограммы, все на счет 3 выходит из ее биоробота и становится рядом с ней. 1, 2, 3. Все невидимое становится видимым. Что у нас там, Вера? Что-то есть, да? У меня есть голограмма, но как робот отделилась сейчас, отошла. Отлично. И этот робот, сейчас мы берем специальную сетку, 1, 2, 3, она появляется в твоих руках. Защищаем биоробот защитным потоком из энергии Абсолюта. И берем Нелли в защитный скафандр на время работы. И вместе с тонкой копией Нелли, с этой голограммой, на счет 3 поднимаемся в комнату диагностики. 1, 2, 3. На месте. Хорошо. И отправляем голограмму в клетку. 1, 2, 3. Хорошо. И мы приветствуем Нелли и интересуемся, готова ли Нелли к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она боится этого робота. И да, она доверит. А чего бояться? Сейчас будет все нормально. Сейчас все разберемся, Нелли. Уже нечего бояться. Мы уже здесь. Так, и я даю команду, и на счет 3. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Нелли, находит любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, клетку и становится ее заложником. 1, 2, 3. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел. Ну, у нее дракон есть синий. Синий дракон. Хорошо. Дальше. У нее 2 канала. Один ведет к этому роботу, а второй к дракону. Хорошо. Робот, значит. Хорошо. Значит, 2 канала. Отлично. И я даю команду, и на счет 3 от робота выстраивается канал к ответственному. И силам его намерения я притягиваю всех ответственных до последнего по этому каналу на этом ДНК в клетку тюрьму. Они приходят и становятся нашими заложниками. 1, 2, 3. Да, будет так. А так и есть. Ну, вот от него выстроился канал в клетке. Это как гуманоид, но он тоже как робот какой-то. И от этого гуманоида выстраивается канал ко всем ответственным. И силам его намерения все, кто связан с гуманоидом, притягиваются в эту клетку и становятся заложником. 1, 2, 3. Да, будет так. А так и есть. Ящер. И от этого ящера выстраивается канал ко всем ответственным. И, значит, 3 я их притягиваю в эту клетку, и они становятся ее заложниками. 1, 2, 3. Да, будет так. А так и есть. Нет никого больше. У нас робот-гуманоид. Робот-гуманоид, ящер. И ящер. Хорошо. И это все от ее вот голограммы. Как робот она там. От голограммы. Угу. Вера, никто на тебя не воздействует? Нет, я просто не пойму, это голограмма она. Подожди, голограмма это, или нет? Это не голограмма. И сейчас я над этой голограммой открываю поток Абсолюта, энергии чистейшей любви Отца, и она сжигает эту энергию в этой клетке, эту голограмму, и ответственность за эту голограмму, спрячусь под ней, выходит и становится рядом, если он не хочет сгореть. 1, 2, 3. Открываю окно, пошел свет. Да, будет так. А так и есть. Там никто не прячется, там часть ее души. Там часть ее души. Отлично. И силами его намерения эта часть ее души выходит из голограммы. 1, 2, 3. И воссоединяется со своими 7 тонкими телами. Остальными частичками души. На счет 3. 1, 2, 3. До момента 100%. Начинают слетаться все частички души Нелли
с любых уголков Вселенной. Все, что было украдено до последнего микрона, 100% возвращается назад. Пошел возврат. Готово. Хорошо, отлично. Хорошо, Вера, переходим тогда к работе. Так, у нас синий дракон. Робот, ящер, гуманоид. Значит, я могу тогда этого робота, которого ты назвала голограммой, пока убрать. Хорошо, поехали дальше. Переходим к реверсу энергии. И я даю команду тонкой копии Нелли спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную. Низкая вибрационная энергия в ее биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы, сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Нелли, энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Ну вот к дракону идет грязно-синяя энергия, а... Здесь что-то набор такой грязи, фиолетовая, что-то смесь прям такая идет, намешанная. Хорошо. Смотри, у нас идет один канал, и он шел вот к роботу, когда ты открыл абсолют, он его сжег и выпустил вот эту часть души. Угу. И сейчас что-то, остатки какие-то у нас этой части клетки, и дальше идет... Так, это робот-гуманоид, и от него же к ящеру. Вот этого робота-гуманоида и вот то, что осталось, наверное, можно выбросить уже. Хорошо. И под ними открывается портал. Уставим маячок зелено-красный. Если они неорганически загораются, зеленый цвет. Если они органически загораются, зеленый цвет. Если они неорганически загораются, красный цвет. 1, 2, 3. Какого цвета? Красная. Отлично. И открывается под ним портал в галактическое ядро. Они улетают в галактическое ядро до последнего микрона. Забирают всю свою энергию с собой. Сгорают. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. У нас, значит, остался из этой команды ящер и гуманоид, да? Нет, гуманоид, это был робот тоже. Он сгорел. Это был робот, он сгорел. Значит, один ящер остался. И да. Синий дракон. Да. Хорошо, реверс закончился? Да. Устанавливается фильтр золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Нелли забирает чистую и светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, до последнего микрона, возвращает Нелли себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Пошла энергия. От этого ящера идет человеческая энергия. А от дракона голубая. Но вот ящер, он как будто в какой-то меховой накидке сверху. Он огромный такой, в клетке очень большой. Сейчас дождемся реверса конца и будем разбираться, Верочка. Это не накидка, это защита. Она меховая какая-то. Хорошо, Влад, пока идет реверс, просканируй его защиту, его эту меховую на... Как она устроена? И на предмет, чтобы ты ее мог разрезать. 1, 2, 3. Сканер начинает, лазер сканирует на твоей руке эту защиту. И подбирает необходимую частоту автоматически. Делает запрос в космический банк данных. Банк Вселенной получает всю информацию об этой защите и находит все тонкие слабые места, соответственно, концепирует луч лазера под эту частоту. Да, будет так, а так и есть. Готово. Хорошо, так, закончилось все. Хорошо, я сейчас даю команду. И сканер, значит, 3 начинает сканировать все 7 тонких тел Нелли. Делается проверка. Если что. Подожди, я ничего еще не убирали. Значит, ничего проверять. И я даю команду. Все, что сейчас находится в биополе Нелли на частоте синего дракона. Все подключки, все его платы, все, что он установил, вся его энергия
до последнего микрона на счет 3 начинает вы безболезненно выходить из биополя Нелли, зависает перед ней, начинает накручиваться, как веретено, все нити этой энергии, все подключки, все наматывается в этот шар на счет 3, 1, 2, 3, да, будет так, а так и есть. Нелли помогает, выдавливает из себя полностью все, что находится на чистоте синего дракона. До последнего микрона выходит все из ее биоробота, из ее тонких тел, всех 7 тонких тел. Накручивается в шар. Но из нее, знаешь, вышли пластины, и из нее вышли такие, как провода к голове подключенные, что-то он ей транслировал. Отлично. И на счет 3 устанавливаю все эти провода, все эти пластины в синего дракона, не может снять. 1, 2, 3, да, будет так. А так и есть. Все на те же места. Готово. И включая их на полную мощность, пошел откат энергии. 1, 2, 3, откат боли возвращается. За все время с момента его подключения к биополю Нелли, всю эту боль, которую он ей дал, возвращается назад, усиливается. В течение 1 минуты идет вся боль назад. 1, 2, 3, да, будет так. Он визжит. И дракон получает удар. 200 тысяч герц. Удар. Да, будет так. Головой ему больно. А что поделаешь? Нелли, знаешь, как голова болела? Автоматически заканчивается откат. После того, когда вся боль вернется, 100%, сколько он дал Нелли. Да, будет так. И картинки идут. Вот картинки у него в голове очень много. Хорошо, он за эти картинки сегодня ответит. Он одна голова, у него две? Одна. Считай цифры над головой. 564. Хорошо. Наблюдаем за драконом, пока не закончится откат. Он остановился. Ну что, дракон, попался? Он как-то воет и рычит. Ой, воет и рычит. И отлично. Смотри, что я с тобой сейчас сделаю, дракоша. В моих руках появляется печать дракона. 1, 2, 3. Включая на полную мощность. И за твое рычание получаешь удар. 150 тысяч герц. Удар. Да, будет так. Хватит ему, хватит. Просто. Что значит хватит? Нет, не хватит. Ты зашел в биополе человека, заявившего о своих правах и свободах. Ты воровал его энергию. Говорит, что она легкая добыча. Отлично, и ты для меня легкая добыча. Поэтому я тебя сегодня буду с тобой делать то, что я хочу. Я сегодня хотел споймать синего дракона, и я его споймал. Но ты побудешь до конца этого шоу. Так, теперь я даю команду. И на счет 3. И, кстати, дракон, если ты начнешь там агрессировать в комнате, я тебя просто конкретно сожгу. Я здесь не шучу. Ты это понял? Понял. Хорошо. Не заставляй меня тебя уменьшать, как я это делал с твоими сородичами, которые не поняли этого. И я даю команду, и на счет 3 из биополя Нелли начинает выходить все на чистоте этого ящера. 1, 2, 3. Все подключки, все импланты, все малейшие негативные его энергии, частички, все, что находится на его чистоте, силам его намерения, вся его энергетика выходит. Из биополя Нелли подсвечивает белой энергией, выдавливает из всего света негативной энергетики, все подключки, все наматывается в шар. Готово. Отлично. И открывается портал в галактическое ядро под этим шаром. 1, 2, 3. Он улетает в галактическое ядро на переработку. И я подхожу сейчас к Нелли, кладу руки на плечи и своей собственной энергией 100 тысяч герц, сжигая все каналы. 1, 2, 3. Удар. Да, готово. И открывается портал в галактическое ядро, и все эти каналы улетают в галактическое ядро на переработку до последнего микрона. 1, 2, 3. И я даю команду сканеру. Сканер начинает сканировать. Все 7 тонких тел находит любые чипы, датчики, импланты, все, что могло остаться на чистоте интерферентов. Малейшие частицы сжигаются прямо на месте. Если что-то осталось, загораются ярко-красные маячки. 1, 2, 3. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Нелли. Готово, чисто. Отлично, хорошо. Давай заправим ее энергиями. Сколько энергии ей нужно? Посмотри, пожалуйста. 350. 350. И какая частота вибрации?
27. 27. И на счет 3 макушку головы Нелли. Частота вибрации Нелли поднимается до числового значения 27 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Пошла синхронизация. Так, я еще раз обращаюсь к дракону. Дракон, на каком основании ты зашел в это биополе? Вторая попытка из трех. Без основания. Он не знал, что у него такая защита. Ты же видел манифест, который находился. Ты же видел, там слова были такие, уничтожая всех интерферентов, которые приходят после того, как я объявила о своих свободах. Ты мне скажи одну вещь. Ты работаешь с этим ящером? Не он ли у тебя случайно взял для того, чтобы подселиться в это биополе? Нет. Ты пришел раньше или позже ящера? Как долго ты находился? 2 недели. 2 недели. Но ты понял, что ты не туда зашел. Заходить сюда смертельно опасно. Понял. Теперь, дракон, я жду от тебя... Я тебе даю последний шанс, если я тебя увижу когда-нибудь в этом биополе еще раз, а я увижу, потому что я буду проверять это биополе, если человек мне напишет или скажет, что у нее опять что-то странное, я вытащу тебя, я тебя просто сожгу, скину в галактическое ядро. Если ты этого не хочешь, ты никогда больше в это тело не придешь. И чтобы я тебе поверил, ты мне дашь сейчас слово синего дракона. Жду. Он дает слово синего дракона, а еще он говорит, что она легкая добыча. Почему? Потому что у нее очень развитое воображение, и можно манипулировать и управлять им, картинки показывать и разные. Хорошо, а давай сделаем так. Почему ты мне эти картинки не можешь показывать? У меня тоже воображение развитое. По многим причинам. Ты понимаешь, что делаешь, она нет. Она не понимает. И ты можешь видеть эту осознанность между нами. Энергии у нее очень легкие. А у меня какие? Тяжелые. Тяжелые. Хорошо, ладно. Хорошо, дракон, я сегодня не буду тебя больше на тебя воздействовать. Я надеюсь, ты получил свой урок, и ты понял, что люди начинают быть осознанными. Пожалуйста, не приходи больше к этому человеку. Ты это понял? Кивает. Открывается наверху портал на чистоте синего дракона. 1, 2, 3. И дракон уходит безболезненно на свою чистоту, забирает все, что осталось, если что-то осталось на его чистоте. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо. Так, Влад, ты просканировал его, вот эту шубку этого ящера? Он ее сжег. Сжег. Отлично. Что у нас там стоит? Ящер стоит. Ящер. Считай цифры над головой. 1, 2, 3. 85. Ящер, а что ты здесь делаешь? На каком основании ты зашел сюда? Ты кто вообще? С таким низким уровнем, 85. Ты хотел с нами познакомиться? Нет, он зашел на экспериментировать. Я тебе не верю, ящер. Мы вторую чистку уже делаем этого человека. Я знаю, что у вас там был колдун на земле, Вова, Владимир, который вам пытался эти души продавать на земле. Вот. И ты пришел мне здесь сказки рассказывать. Он без него пришел. А где этот колдун Володя сейчас? Отвернут от нее. Отвернут, правильно. Мы это сделали. А почему ты туда пришел? На каком основании? Вам непонятно было первый раз, что сюда в это тело больше приходить нельзя, ящером? Ты знаешь, где те, которые находились в этом биополе до тебя, ящеры? Знаешь, где они сейчас? Он независим от них. Он независим от них. Хорошо. А что тебя ожидает в случае, если тебя обнаружат какие-нибудь высшие структуры светлых сил?
Тайная полиция, например. За душу наказание ожидает. А какое наказание тебя ожидает? Мне вот этот вопрос был. Именно какое? Чисто из любопытства. Понятно, по степени вины. Но все же. Вас отдадут, вас посадят в тюрьму. Или нет. Вас... Нет. Работа на них. А как долго ты будешь работать приблизительно? Или в таких случаях работать? В земных годах? Я буду всю мою жизнь у них. Вот ящер, я вот не... Да. Контролем? Под контролем. Ну, вот скажи, какое-то время буду работать в лаборатории. Вот скажи, я вот не понимаю, но ты же об этом риске знал. Ты же знал об этой опасности. Неужели твой эксперимент тебе дороже твоей собственной экзистенции, твоей жизни? Он бы был недолгий. Я просто не успел закончить. Кто был бы недолгий? Эксперимент? Ну, видишь, человек нам написал, и так все случилось. Понятно, ладно, хорошо. Я на тебя воздействовать не собираюсь, но я не могу тебя, к сожалению, так просто отпустить за то, что ты сделал. Поэтому я сейчас сделаю запрос. Ли, пожалуйста, выйди на связь. На связь. Ли, пожалуйста, загляни к нам, у нас здесь представитель ящеров, экспериментатор очередной 85 уровня. Вижу, забираю. Хорошо, мы ждем. Я не знаю, ящер, я бы на твоем месте действительно подумал перед тем, как такие вещи делать, об ответственности и что может случиться. Ну, они здесь, они его забирают. Отлично, хорошо. Благодарю. Ли, закрывай, печатай. Хорошо, да. Мы закончили, да, Верочка? Да. Хорошо. И будем возвращать тогда Нелли в ее биоробот и начнем тогда проверять квартиру. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Нелли в систему биоробот-душа, заводим, подключаем ее к каждой клеточке, каждой извилинке мозга. Проходит полная синхронизация между тонкими телами и ее биороботом. 1, 2, 3. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Я здесь. Хорошо, Вера. Значит, поехали в квартиру, да? Да. И я прошу тебя в энергоинформационном поле найти квартиру 45-го года, воплощенная на Земле. 1, 2, 3. Ты стоишь перед дверью. Я здесь. Отлично. И давай я тебя подниму над квартирой, и ты ее просканируешь. 1, 2, 3. Поднимайся над квартирой, бери свой ручной сканер и сканируй квартиру. Все, что чужеродное, все порталы, начинает ярко-красным цветом загораться. Ну, а квартира у нее защищена, но у нее полностью пробита стена, где дверь входная, черным чем-то как будто залита. Хорошо, будем разбираться. Возвращайся к входной двери, и я даю команду, и по всему периметру квартиры Нелли, плюс полметра, устанавливается, и все чужеродное, что находится в этой квартире, порталы, все интерференты, подключки, все притягивается в эту клетку. На счет 3. 1, 2, 3. И устанавливается в большой комнате. Каждая сущность находится в своей отдельной клетке. Да, будет так. Вот в клетке, пока я вижу, кто. Вот эта вот чернота, которая пробита. Да. Это полностью стена, она как гудрон вот, свернулась в клетке. И вместе с ней зашел какой-то как ветер такой по всей квартире. И этот ветер притягивается в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. И формируется в шар. Не может покинуть пределы этой комнаты. 1, 2, 3.
И от этого гудрона, и от этого ветра я выстраиваю канал к ответственному и притягиваю его силой моего намерения в эту клетку-тюрьму. Он становится ее заложником. Где бы он ни находился, один, два, три, да будет так, а так и есть. Но у нас бес, как будто этот демон здесь, и он приветствует. Но я не уверена, что это... Снимаются все маски, голограммы 1, 2, 3. Демон предстает в первозданном виде, согласно своему эфирному коду. И от этого демона выстраивается канал к ответственному, если это голограмма, и ответственный притягивается в клетку тюрьмы и становится рядом 1, 2, 3. Да, будет так. Это мужчина, он смеется. Кто смеется? Это мужчина, это не... Не демон. Влад, дай ему... смеется сейчас. Влад, дай ему мощнейшую. Снимаются все маски и голограмма 1, 2, 3. Не изменился? Но он сидит перед ним, как тетрадь такая, или книга, которую он пишет. И он смеется над тем, что ты разгадал, что это не... И эту книгу я вытаскиваю из его клетки 1, 2, 3. Все его знания в этой книге. Все его заклинания в этой книге. Он показывает, что у него все в голове. Отлично. Хорошо. Я тебе сегодня докажу. И, Влад, дай ему мощнейший удар на чистоте этого колдуна, чтобы он его ощутил и отлетел к другой стороне клетки. На счет три. Один. Не убивай. Он вперед выставляет ладонь. Отлично. И лазер как тормозит на ней. И, Влад, просканируй его защиту лазером. На счет три. Изучи ее. Один, два, три. Найди все тонкие места. И сожги ее мощнейшим ударом лазера. Он менял разные формы. Сейчас опять остановился на человеческой. Отлично. Направляя на него печать семи архангелов. И мощнейшим ударом света любви отца, сжигая все его голограммы, обжигая его. Один, два, три. Пошел свет любви отца. Сжигает все голограммы. Угу. Демон, хватит, остановись, говорит. Считай цифры над головой. 1, 2, 3. 40. 40-герцовый. Снимаются все маски и голограммы. Демон предстает в первозданном виде. 1, 2, 3. Ну, он говорит, что я уже в первозданном виде. И выстраивает демона канал. Все, кто связан с демоном по каналу. Все, кто помогал ему, все, кто подключены, и сила моего намерения притягивается и становится рядом. Один, два, три, да будет так. Черт рядом. Черт. Черт получает удар. 100 000 герц. Удар. Что у нас там? Ну, он получил, но вот этот вот демон говорит, ты его-то зачем бьешь? Он мой приказ выполнил. За то, что он не вышел сразу. Теперь к тебе. Кто ты такой, на каком основании ты здесь находишься? Ты знаешь, кто мы? Ты знаешь нас? Да, знает. И ты знал, что мы тебя достанем, и тебе было наплевать, да? И ты знаешь, что, как я объявил в вашем мире, что я делаю, когда я второй раз нахожу демона в ее биополе. Правильно? Помнишь? Итак, на каком основании ты здесь находишься? Три ответа у тебя есть. Три попытки. Он говорит, что нам продали эту квартиру. Демон, я тебе не верю. Тебе не могли продать квартиру. Это первая попытка. Я тебе не верю. Жилплощадь, он говорит. Никто тебе не мог жилплощадь продать. Тебе могли душу продать. И то сам человек. Не имею отношения к ее душе. Кто? Хозяйничаю в ее квартире. Кто тебе продал ее душу? Он говорит, что он не имеет отношения к ее душе. Он в ее квартире. Кто продал тебе квартиру? Он говорит, что тебе не надо это знать. Отлично. И демон получает удар. 250 000 герц. Удар! Это я сейчас покажу. Пару вещей. Демон, и ты поймешь, что мне надо знать, а что мне не надо знать. Он получил удар, Вера? Получил. Отлично. И, Влад, обрежь ему два рога, значит, три. Один, два, три. Сжигай его рога наполовину полностью. Давай, Влад.
уменьшая демонов два раза. Один, два, три. Да, будет так. Открывается перед клеткой демоном портал в галактическое ядро. Один, два, три. Портал открыт. Воронка открыта. Прямо напротив его клетки. Ты готов уходить, паразит? Нет, не хотелось бы. Закрываю портал в галактическое ядро. Один, два, три. Я повторяю свой вопрос. Если ты мне еще раз скажешь, что мне не надо об этом знать, то я достану ту, чем я отправил Бельзевула в очень далекие места. И тебя отправлю к нему. Говорят, что очень много рассказывать, что есть места, чистилища. Вот это ее квартира была предоставлена для этого. У нее есть тонкий план, на котором происходит определенное событие. У квартиры есть тонкий план? Да. И как это закрыть? Вот это уже в твоих интересах нам подсказать. Потому что если ты мне не дашь ценной информации, ты для меня вообще никакой пользы не представляешь. И это я тебе сказал очень коротко. Какой-то контракт есть на квартиру. С кем контракт есть на квартиру? Мне начинает надоедать это. Подожди, он показывает, непонятно пока что. Он показывает какую-то книгу. Что-то тебе нужно сделать. Призвать его, что ли, уничтожить. Что это за книга сначала, скажи мне? Контракт. Хорошо, сила моего намерения. Я притягиваю этот контракт на квартиру, он зависает перед клеткой. Да будет так. Один, два, три. Все, что связано сейчас с энергетикой, Нелли и чужеродными контрактами, все выходит. И он зависает, я его вижу. Он в клетке. Он в клетке. Мы можем как-то прочитать его содержание? Ну, там, не могу сказать, только информация, которая идет, он как вот склеенный, от него идет в разные стороны лучи. Книга, то есть как не, ну, она не открывается, но если смотреть сквозь нее, идет информация, что там очень много людей и нижних замешано, то есть этот демон, он просто свою работу делает там. Хорошо, я вызываю сейчас все копии этих контрактов, все контрагенты. Все вторичные копии становятся рядом в клетке тюрьмы 1, 2, 3 с этим контрактом. Да, будет так. Но вот эти лучи, которые шли от нее, они как вернулись все в книгу и в шар такой превратились она внутри. Хорошо. И сейчас от этой книги выстраивается канал к ответственным, и все ответственные за этот контракт силами его намерения притягиваются в клетку тюрьму и становятся ее заложником. Один, два, три. Да, будет так. Ну, он говорит, что ты не притянешь. Идет просто картинка, там несколько человек участвуют в этом. А что эти за несколько человек? Что это за люди вообще? Объясни мне, демон. Связанные с нижним миром. Угу. И они продали эту квартиру, получается, после того, когда они... Отдали за определенные знания. Но они связаны. Но они же связаны сейчас с этой квартирой как-то. Они связаны с этой по энергетике, правильно, с этой книгой? Они заключали контракт. Он говорит, что этот контракт выполнен, и квартира. То есть они получили определенные знания и услуги от Нижнего мира, и этот контракт закрыт. Квартира перешла в собственность Нижнего мира. То, что он делает, он просто показывает картинку нескольких людей, и, ну, две стороны. Хорошо, как решать эту ситуацию? Я сейчас хочу уничтожить эти контракты. Они тогда перестают действовать, и у тебя не будет никакого основания больше приходить в эту квартиру. Контракты обнаружены. На вашем месте я бы пошел к тем, кто с вами его заключал, и забрал бы у них все ваши дары, в кавычках. Демон, мне нужен ответственность сегодня. Хоть тебе 40 герц, хоть 60, мне роли не играет. Если я не получу
ответственного за вот это, что происходит после произнесения манифеста, сегодня будет горстки пепла здесь. Он говорит, что этим ты не решишь проблему. Хорошо, будем смотреть, сколько я решу. Но ты об этом не узнаешь уже никогда. Хочешь, я покажу, почему? Появляется в моих руках маленький шарик энергии царя Соломона. 1, 2, 3. Он говорит, что я знаю, что у тебя это есть. И ты не боишься? И тебе наплевать на это, да? Конечно, мне это неприятно, но я не решаю этот вопрос, я же уже сказал. Кто решает этот вопрос? Мне убирает этот шар, он уходит в мое биополе. Кто решает этот вопрос? Я хочу разговаривать с тем, кто решает этот вопрос. Мне надоедает это вся, этот ваш беспредел. Даже после того, когда вы обнаружены, даже после того, когда человек поставил манифест, даже после того, когда мы квартиру защитили, тебе на это все по барабану. Ты игнорировал даже печать царя Соломона на входной двери. Но я тебе сегодня к нему и отправлю. Вот это ты точно узнаешь, что такое наказание. И другие узнают, которые вслед за тобой придут. Выбора ты мне не оставляешь, демон. Или ты мне даешь решение сейчас этой проблемы, или на этом заканчивается вообще твое существование. Ты находишься на чужой территории. Здесь. Он говорит, что нужно перезаключить контракт. С кем контракт перезаключать? Заключала ли Нелли с тобой контракт? Нет. Значит, она не может с тобой перезаключать. Ты можешь только с теми, с контрагентами общаться, с которыми ты заключал. Это были вот эти 3 мудака, которые там стоят. Или 4, сколько их там. Которые продали. Вот тебе надо сейчас прийти к ним и поговорить, по идее. Что вы мне продали, если этот контракт не существует? Демон, не воруй мое время. Ну, я так понимаю, что им надо с кем-то с другим разговаривать выше его. И вот этот тонкий план, во-первых, квартиру убирать, во-вторых, контракт. Хорошо, давай решать этот вопрос. Я сейчас буду уничтожать этот контракт полностью. Он аннулирован, 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 аннулирован. Он не заключен Нелли, он не действует на энергетике Нелли. Вы не имеете права вторгаться в ее биополе. Нелли объявила о своих свободах. Я тебе сейчас предлагаю следующий вариант. Я тебе верну и твои рога, и твой размер. Ты сейчас здесь, на месте, свяжешься со своим миром и предложишь мне решение этой проблемы. Если мы не найдем решение этой проблемы, то продолжаем тогда театр дальше. У меня других предложений к тебе нет, демон. Говорит, что это так быстро не делается. Хорошо, давай делать медленно. Предлагай варианты. Я уже предложил, ты уничтожаешь контракт и тонкий план, а я буду разбираться. Тонкий план квартиры? Да. Хорошо, и я даю команду. И на счет 3. Тонкий план квартиры притягивается в клетку тюрьму. 1, 2, 3. До последнего микрона. Да, есть. Отлично. И тонкий план, и контракты. Сейчас открываются под ними воронки в галактическое ядро, они улетают в галактическое ядро, аннулированы. 1, 2, 3, да будет так. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Возвращаю демону на счет 3 его рога. 1, 2, 3, они вырастают точно такого же размера. Возвращаю демону его размеры. 1, 2, 3, да будет так. Готово. Хорошо, демон, мы опять-таки на этом пункте. Я сказал то, ты сказал, что надо сделать, я уничтожил контракты, и сейчас тебе, я как понял, тебя отправлю вниз, и ты будешь решать эти вопросы. Правильно я понял? Правильно. Хорошо. Давайте договоримся следующим планом. Ты расскажешь все, что сегодня здесь произошло, расскажешь о наших правах на жилплощадь Нелли, она не имеет никаких с этим дел. Вы заканчиваете ее терроризировать, находитесь в другие места и оставляете ее в покое. Я в ответ на это никому из вас не буду причинять боли.
если я вас не найду в этой квартире. Я буду решать. Хорошо. И готов уходить? Готов. Скажи, ты оставил что-нибудь в биополе еще, Нелли? Ты же проверяла ее. Ну, мне надо уточнить. Хорошо, открывается внизу портал на чистоте демона. 1, 2, 3. И демон уходит на свою чистоту, забирает все, что с собой принес. Если что-то осталось, забывает дорогу назад, с того огненную пентаграмму. Готово. Хорошо, все, мы закончили. С ней... Там есть черт еще, там есть. Черт еще есть. Да. Хорошо. Вот этот гудронный ветер. Хорошо, этот гудронный ветер, под ним открывается портал в галактическое ядро, 1, 2, 3, и оно улетает в галактическое ядро на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, черт остался один, да? Да. Ну что, черт, что с тобой сделать? То же самое, что с демоном. Можете рога сделать оленьи. Прости меня, Габриэль. Я тебя больше никогда в этой квартире не увижу. Никогда. Ты это понял? Да, понял. Открывается внизу. Подожди, стоп. Ты что-нибудь оставил в этой квартире? Оставил. Метнулся и собрал все, что ты оставил в этой квартире. Все. До последнего микрона. Приступай. И вернешься назад. У нас там портал еще был в стене, да? Или в двери, ты сказала? Готово. Хорошо, все, черт, я тебя больше здесь никогда не увижу. Открывается внизу портал на чистоте черта 1, 2, 3. Черт уходит на свою чистоту, забирает все, что с собой принес, закрывая, печатая, растворяя. Клетка пустая? Да. Открывается под ней портал в галактическое ядро, улетает на переработку 1, 2, 3. Давай, Вера, просканируй еще раз квартиру, где у нас там была пробитая входная дверь или это в стене еще было? Стена полностью. Подходим к стене, где входная дверь, открывается под ней воронка 1, 2, 3 на всю ширину. И этот портал, эта воронка до последнего микрона. Вместе с ней ходят фантомы 1, 2, 3. Все уходит вниз. Пошло, да будет так. А так и есть. Готово. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо. И сейчас у нас все чисто, да, Вера? На эту стену надо поставить что-то. На эту стену мы сейчас, как и на все стены, заливаем ее на счет 3. И на все стены, на входную дверь, на потолки, на пол, на окна, везде устанавливается печати царя Соломона. 1, 2, 3. Активируются пентаграммы. 1, 2, 3. Все включаем на полную мощность. Готово. Значит, 3. Перемещаемся к входной двери. 1, 2, 3. Я здесь. Мы закончили, да, Вера? Да. Хорошо. И отключаемся от квартиры и перемещаемся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. На месте.